Добрый вечер, Григорий. Сейчас я приду, блин. Сейчас приду. Гриша, добрый вечер. Да. Я рад тебя видеть. Ты на месте, как всегда? Чем занимаешься? Что делаешь? А, слышу, свистишь. Значит, все нормально, да, Гриш? Это ты подаешь сигнал, что ты на месте, да, Гриш? Ку. И ку. Только одно ку. А свист хороший. Хороший свист, Гриш. Да, Гриш, и голос подаешь. Значит, все нормально, да, Гриш? Ку. Ку, опять одно ку. А ку. Второе где ку? Выходи. Гриш, а куда выходить? Выходи. Куда выходить? А куром пойдем? Куром пойдем, да? Гриш, я слышу, как ты урлычешь. Курлычешь. Хочешь пиво? Пиво хочешь, да? На фане. На фане здесь, а пиво сейчас организуем, Гриш. Как ты попросишь. Все для тебя, дорогой. Гриш, я хочу виноград, давай угощай. Я знаю, ты очень добрый человек, птичка. Без винограда никуда, Гриш. Чё там такое, Гриш? Ой, какое хорошее у тебя настроение, смеёшься. Куда, Гриш, уходить-то рано, никуда еще не пойду. Ладно. Пиво. Пиво сейчас закажем, Гриш. Будет пиво, как ты просишь. Я слышу, что ты здесь. Урлычешь, курлычешь. Подсвистываешь. Это хорошо, Гриш. Значит, есть настроение у тебя. Гриш, а может песенку споем? Твою любимую. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. А, Гриш? Слышу, как ты посвистываешь. Значит, все нормально. Все идет своим чередом. Хочу, Гриш. Я знаю, ты добрая птичка. Пиво. Пиво. Сейчас я сказал, сейчас принесу, Гриш. Будем пиво. Пиво. А потом пойдем куром. Разомнемся пивком, да, Гриш? Виноград. Виноград — это хорошо, это вкусно, это витамины. Здесь никого нет. Да, Гриш, опять одно только ку, а второе ку где? Хочешь виноград? Виноград — это хорошо, Гриш, я говорю, я люблю виноград. Ты добрая птичка, угощай. Хочешь? Я никогда не отказываюсь от винограда, Гриш.
улыбаешься хорошо. У тебя хорошее настроение, да, Гриш? Алло! Да, Гриш, я здесь, я тебя слушаю. Хочу, хочу, Гриш. Виноград — это прекрасно, это витамины. И глюкоза. Чего, Гриш? Я здесь, я тебя внимательно слушаю. Я никуда не уходил. Я слышу тебя, Гриш, все нормально. А кто испугался? Никто не испугался, все хорошо себя чувствуют. Купался? А, купался, купался, я думал, испугался. Купался, Гриш. Принимал душ, да, хорошо. Горячей водичкой, все, все отлично, Гриш. Да, пора, будет, правда, чуть попозже, ладно? Пойдем спать. Ой, Гриш, какое хорошее у тебя настроение. Пиво, пиво, пиво. Сейчас будем. Покати. Лайки, лайк. Лайки, да, ну, чтоб лайки ставили, да. Лайки, лайк, папа. Лайки, да. Лайки, все правильно, Гриш. Ты все верно говоришь, Гриш. Все правильно понимаешь. Ну давай. Уйди. Ты кому это говоришь, Гриш? Ку-ку. Лайки, лайк. Лайки, да, лайки ставить надо, Гриш. Все верно. Виноград. Прекрасно, это виноград, когда есть. Хочешь, папа? Приятно. Добрый день. День добрый, Гриш. Все отлично. Сейчас ребята придут. Будем общаться, да, Гриш? А курьер звонил? Нет, Гриш? По-моему, звонил. Это днем было. Алло. Алло. Ты там по телефону говоришь, да? С кем-то алло говоришь. Гриш, какой ты коммуникабельный. Коммуникабельная птичка. И по телефону говоришь, и алло, и лайки-лайки ставить. Все ты правильно говоришь, моя хорошая. Гриша песенки поет, но пока еще не пел. Еще не настроился. Тональность убирает. В какой тональности лучше спеть? Их же много тональностей, да, Гриш? Гриш, песенки тоже будем петь, да? Гриша, ты песенки поешь? Вот какой ты молодец. Гриша умеет все. Всесторонне развитый и танцует, и поет. Еще и всем желает спокойной ночи. Да, Маша? Маша тоже говорит, ку-ку, я тут. О, какая Машка, о, какая, о, разбойница. Маша, Маша, разбойница, да. Скажи, я как сейчас вас укушу? Нет, она добрая девочка, она хорошая. И Гриша тоже добрый.
Пока-пока, ребятки, до завтра.